Добрый день, меня зовут Лысенко Сергей, я являюсь продуктовым специалистом компании CaseIH по почвообрабатывающей технике. Сегодня мы продолжаем знакомство с нашими орудиями и поговорим об агрегате для вертикальной почвообработки CaseIH True Tandem 335 VT. Компания CaseIH уже давно производит орудия для вертикальной почвообработки, но мы пошли немножко дальше и сделали их более универсальными. Они могут не только порезать пожнивные остатки и как можно меньше нарушить верхний слой почвы, но также могут еще и создавать ровный нижний горизонт, который вам понадобится в дальнейшем для качественного посева. В нашем модельном ряде есть агрегаты шириной захвата от 6,7 метра до 14,3. И самые большие машины шириной 12,8 и 14,3 метра являются уникальными в сегменте этих орудий. Плюс к этому вам понадобятся трактора от 250 до 600 лошадиных сил для того, чтобы работать с этими агрегатами и давать нужную скорость и обеспечивать нужный результат работы. Что касается самой конструкции агрегата, то вы можете увидеть, что это X-образная барана батарейного типа. Диски диаметром 51 сантиметр. И для того, чтобы обеспечивать соблюдение самых минимальных глубин 3-4 сантиметра, для этого в обязательном порядке агрегат оснащен стабилизирующими колесами. Они также еще и служат копирующими колесами. И все колеса в середине агрегата являются тандемными. Поэтому, если вы встречаете какое-то препятствие по ходу агрегата, то эти колеса не будут вымилять агрегат. Еще одним плюсом данной машины является ее универсальность. Этот агрегат вы можете использовать не только осенью после уборки урожая, но также можете выходить с ним и весной. Весной он используется для того, чтобы сбить верхнюю корочку, которая образовалась после зимы, и для того, чтобы подготовить поле под посев. Соответственно, за один проход этот агрегат выполнит все эти функции, и в дальнейшем вы сможете выйти просто селкой для того, чтобы и передняя батарея дисков, и задняя батарея дисков работали на одной глубине. Агрегат нужно обязательно выровнять продольно. Для легкости осуществления этой операции здесь у нас находится гидравлический цилиндр со специальной шкалой, который хорошо видно оператору из кабины трактора. И с помощью гидравлической системы очень быстро и легко осуществляется настройка агрегата и его продольное выравнивание. А для того, чтобы установить нужную рабочую глубину, у нас есть специальный винт. И с помощью этого винта в одной точке в передней части агрегата вы осуществляете его полное выравнивание. Есть специальная шкала, вы можете понимать, на какую глубину вы устанавливаете диски. И плюс к этому есть специальная наклейка, благодаря которой вы понимаете, что вы делаете, и либо заглубляете, либо вымеляете диски. Для установки нужного положения нашего копирующего колеса также не нужны никакие инструменты. Это осуществляется очень просто. С помощью изменения положения вот этого пальца вы поднимаете или опускаете колесо. И для более тонкой настройки используется вот такой винтовой механизм, которым вы уже непосредственно более точно устанавливаете положение этого колеса. Основная его задача — это лишь слегка касаться поверхности почвы для того, чтобы хорошо и правильно копировать рельеф поля. Если вдруг возникает эффект подпрыгивания агрегата, копирующее колесо становится стабилизирующим колесом. Вы его перенастраиваете таким образом, чтобы оно брало на себя вес передней части агрегата, заново устанавливаете нужную глубину диска, и в таком случае уже агрегат у вас не будет прыгать, а будет четко выполнять свою работу. Давайте теперь более подробно и детально рассмотрим основной рабочий орган True Tandem 335 VT. Как вы можете посмотреть, диски специальной волнистой формы,
и они стоят под углом атаки 15 градусов. Расстояние между дисками 19 сантиметров в ряду, и получается, что расстояние между проходами всего лишь 9 сантиметров. Благодаря такой волнистой форме диск может обрабатывать до 3 сантиметров почвы во время работы. И благодаря углу атаки получается полное перекрытие в 9 сантиметров. Таким образом, когда работает эта машина, у нас после ее прохода остается ровненький нижний горизонт. Эффект так называемого шифера, который создают дисковые бороны и лучильники, нивелируется практически до нуля. Благодаря особой волнистой форме этих дисков и высокой рабочей скорости 14-15 км в час, каждая волна вертикально входит в почву, разрезает пожнивные остатки и по мере своего движения захватывает всю эту массу и подбивает ее вверх. Каждая следующая волна ее разбивает и подбивает дальше. И таким образом, когда работает эта машина, вы можете увидеть сзади своеобразный эффект бурления. То есть все разрезанные пожнивные остатки и почва летят из-под дисков в трех направлениях. Вверх, назад и вбок. И таким образом, потом, когда это все оседает, то у вас остается хороший ровный измельченный фон. Как и на других агрегатах компании Case IH, каждый рабочий диск сделан из специального сплава стали Earth Metal, запатентован, имеет два штампика, один Made in Canada, второй Earth Metal, и имеет обязательно профилированный центр и небольшую вогнутость. Благодаря этому диск получает дополнительное ребро жесткости и выполняет свою работу качественно в любых условиях. Для того, чтобы дисковые батареи не забивались во время работы, особенно если это происходит во влажных условиях, компания Case IH устанавливает специальные усиленные чистики, которые имеют P-образную конструкцию. Внизу этот чистик имеет острую кромку, которая потом расширяется, приобретает такую P-образную форму для того, чтобы иметь дополнительные ребра жесткости и лучше и более эффективно очищать дисковую батарею. Задним финишным орудием на True Tandem 335 VT является прикатывающий каток. Этот каток имеет планки специальной Г-образной формы с двумя острыми режущими кромками. Поэтому после прохода этой машины каток оставляет после себя очень мелкую фракцию грудок и максимально их измельчает. Для работы этого катка и для настройки его режима предусмотрены специальные гидравлические цилиндры, благодаря которым из кабины трактора вы можете легко изменить либо давление катка на почву, либо же приподнять его в зависимости от условий работы. Также для настройки работы заднего прикатывающего катка в передней части есть два манометра. И с помощью вот этих вот ручек оператор может легко настроить нужное давление на центральной секции и нужное давление на боковых секциях. Компания Case IH предлагает самые передовые технологии в почвообрабатывающей технике. Покупая этот агрегат, вы получите американское качество, мощь, надежность и простоту. И плюс к этому вы еще и получите многофункциональную универсальность. Увидимся в полях.